5 звезд Авторадио. Отпуск вашей мечты. Продолжаем разговор. Это бассейн. Центральный бассейн. Именно здесь, в центре бассейна, располагается большой бар. Собственно, этот бар мы будем использовать для одного нашего мероприятия, которое, по-моему, будет происходить по средам. Будет называться «Ну, за авторадио» или «Drink Party». Как вы думаете, кто первым идет на завтрак? Естественно, наши русские туристы. Заверните на дачу мне, пожалуйста, все. Территория очень большая, но нет единого здания для проживания. Есть отдельные домики, которые вы видите сейчас за моей спиной. Именно в таких домиках живем мы, наши туристы, наши верные радиослушатели. А в Подмосковье водятся грибы, водятся лещи, ягоды, цветы. Лучшее место даже не ищи. Только время зря потрачено, солнце светит ярким светом над Москвою и покрасим. Даже если вы приехали в отель 5 звезд Авторадио без детей, все равно каждый из вас сможет, прямо как я сейчас, впасть в детство, поскольку, ну, пространство располагает.